Это актуальное интервью. Сегодня мы поговорим о грядущем едином государственном экзамене. У нас в гостях руководитель регионального центра обработки информации Пощенина Людмила Владимировна и руководитель центра ДАР, центра развития образования Зенина Оксана Степановна. Здравствуйте. Когда же наших ребят ждет первый единый государственный экзамен? Первый единый государственный экзамен в 2015 году начинается 25 мая. И это будет два небольших экзамена – география и литература. А вот 28 мая это уже будут, будет начало основных экзаменов. Их два, это русский язык и математика, и вот 28 мая будет русский язык. А 1 июня ребята смогут сдать математику базовый уровень. 4 июня это будет математика профильный уровень. Ну и далее закончится у нас все 26 июня. Я вот так понимаю, такие что изменения коснулись математики. Да. А два этапа теперь. Да, пожалуйста. у нас изменений в этом году достаточно много. Ну, начнем с того, что действительно математика в этом году сдается впервые по базовому и профильному уровню. Ребята, которые хотят сдать экзамен и поступать, допустим, не в, математи... не в вузы, где необходима математика для поступления, это, допустим, филологические какие-то специальности, это музыкальные специальности, могут сдать только базовый уровень. А вот ребята, которые поступают у нас уже на бакалавриат и специалитет, где необходима математика, они должны сдавать математику в профильном уровне. Далее, какие у нас еще новшества? Это английский язык. В этом, с этого года сдается не только... Будем говорить письменная тестовая часть, но будет сдаваться у нас еще и говорение. У нас апробация по говорению была, были, была. Ребята все, по сути дела, уже готовы к этому. Ну и хочется сказать, что если только сдают тестовую часть, то набирают 80 баллов. Для того, чтобы набрать 100 баллов, нам надо сдать еще и говорение. Это 20 баллов. Затем в этом году все ребята уже у нас прошли. Итоговое сочинение. Это как условие допуска государственного, государственной итоговой аттестации было. Ну и 6 мая у нас, будем говорить, как бы завершается, но еще не совсем, вот этот, эта процедура итогового сочинения. Один э, человек у нас заявлен в округе, но ну, хочется сказать, что продлена все-таки процедура, и 19 мая, если у кого-то какие-то, допустим, были э, достаточно серьезные и веские причины, могут пересдать по всей России. 19 мая определен срок вот этого итогового сочинения. Затем хочется сказать про одно из изменений, это структура КИМ. Не будет заданий с выбором ответов. То есть, как раньше были А1, А2, крестики, нолики надо было ставить, сейчас таких не будет. Сейчас у нас только задание части 1, задание части 2, и та часть, которая раньше называлась С, она не будет считаться, подписываться как С1, С2. Это будет сквозная нумерация от первого до определенного там последнего задания, в зависимости от того, какой предмет. Но хочется еще сказать, что в этом году по России и у нас в округе это печать КИМФПП. У нас труднодоступные отдаленные местности будут работать по этой процедуре. По сути дела как бы и все, и хочется сказать, что не будет еще у нас дополнительного периода. Это июльский период раньше был, и ребята, выпускники прошлых лет могли поучаствовать в, этом, в это время, в июле, сдать экзамены. Сейчас будет заканчиваться все основным, будем говорить, этапом. А как можно пересдать будет? Пересдать. В общем, тут у нас получается ситуация такая. Если ребенок, допустим, не сдал один из обязательных предметов, то ли русский, то ли математику, у нас есть специальные резервные дни. Если он не сдает русский 28 мая, он может его пересдать 22 июня. Если он не сдает математику, то он может 23 июня ее пересдать, при условии, что он если не сдал только один предмет. Если он не сдает и русский, и математику, Тогда он должен будет пересдать в следующем учебном году, следующий учебный год с 1 сентября. То есть после 1 сентября он может уже сдавать вот эти пересдавать и математику и русский язык. И в принципе готовятся сейчас готовятся документы о том, что ребята, которые не сдали предметы по выбору, ну, как бы их называют, необязательные предметы, они могут их пересдать также в сентябре, повысив свой балл. То есть если не сдали, то могут просто пересдать для того, чтобы поступить уже в будущем. Ну и ЕГЭ с этого года у нас оно как бы круглогодично, в феврале можно было сдавать, в апреле, так далее. Вот в сентябре будем начинать пересдавать. Я знаю, что для ребят, родителей и педагогов разработаны специальные методические указания, инструкции, как готовиться, как вести себя на ЕГЭ. Ну да, у нас на официальном сайте EGEDU.RU а также на нашем сайте Центра развития образования, итоговой аттестации есть брошюры, которые рекомендуют у нас Федеральная служба по надзору в сфере образования или Рособрнадзор. И вот тут вот есть брошюрка такая для педагогов, затем для родителей и для учеников. Так, ну получается, что вот для учеников тут полностью все написано. Вот если будем смотреть как бы основной период, там вот прямо прописан основной период, это взято как раз оттуда, когда сдавать, срок, по срокам все это можно посмотреть. Затем там как вести себя в пункте проведения экзамена прописывается, что никаких значит у нас не должно быть мобильных телефонов, никаких, никакой аудиовидеотехники, никаких шпаргалок желательно, естественно, и обязательно, потому что если увидят, что ребенок либо с мобильным телефоном, то его, могут не, его и не пропустят в пункт проведения экзамена. Ну и если шпаргалки, естественно, что его просто-напросто удалят, потому что везде у нас видеонаблюдение, причем в онлайн-режиме ведется у нас в городе полностью все аудитории под онлайн-режимом, и у нас Тельвиска тоже в онлайн режиме. Остальные все пункты проведения экзамена это будут у нас в офлайн режиме. Тоже они просматриваются, запрашиваются Рособрнадзором, могут запросить. Может их государственная экзаменационная комиссия региональная наша запросить для просмотра. То есть по сути дела, вот в этих будем говорить брошюрах как раз и расписываться, как себя надо вести. Помимо этого, если у ребенка какие, есть какие-то, будем говорить, ну, он не принимает свою оценку, ему кажется, что ему неправильно оценили, он может подать апелляцию. Как подается апелляция? Тут все тоже прописано. Апелляция у нас, значит, может податься по процедуре проведения экзамена, то есть по порядку если он считает, что где-то был нарушен порядок, либо о несогласии с выставленным баллами. Как правило, много несогласных? Ну, у нас, у нас бывают апелляции по несогласию с выставленными баллами, но это не массово, это единицы. Но ну, а вот по процедуре проведения экзамена, то есть по порядку, да, у нас никогда за все время, в этом году 10 лет ЕГЭ в округе, еще ни одной апелляции не было. Вот если все понятно с тем, как готовиться к экзамену, как сдать ЕГЭ, то как справиться с волнением ребенку, и родителю, и педагогу? Да, действительно, наступает очень тяжелая пора, пора неопределенности, да, мы еще говорим для самих педагогов, для родителей, конечно же, для наших детей. И психологически подготовленный родитель, психологически подготовленный педагог и психологически подготовленный ребенок ⁇ это, конечно же, три составляющие успеха сдачи экзамена. А вообще педагоги знают, что результаты экзамена не всегда зависят от, от, от уровня знаний самого ученика. Ведь мы часто слышим такие слова, как повезло. Повезло по отношению к тем к детям, которые менее готовились к экзаменам, да, к экзаменам чем те, которые днем и ночью сидели за учебниками, не щадя своих сил. Да? И, дело, и дело здесь ведь не только везение. Дело в том, насколько ребенок может сосредоточиться, сконцентрировать свое внимание насколько он может справиться с волнением в первую очередь, ну и, конечно же, распределить свои силы. Вот, пожалуй, так, наверное. А существуют какие-то светы для родителей, как поддерживать ребенка, как его подбадривать? Да, я вообще хочу сказать, что, конечно, экзамен сдавали мы всегда. Наверное, вы сдавали, я сдавала экзамен, начиная с четвертого класса, да, тогда это были приводные экзамены, потом выпускные экзамены, все мы испытывали волнение и страх. Вообще психология экза... это, это состояние называют экзаменационным стрессом. И вот, в частности, о нем всегда говорят психологи, и реакции на экзаменационный стресс, они бывают разные. Мы понимаем, что в стрессовой ситуации один человек, он концентрируется, он сосредотачивается, он четко план своей работы пишет, да, в том же самом, если мы говорим подготовке к экзамене, знает, в какие дни он будет готовиться к каким экзаменам. Ну и тем самым, когда он приходит на экзамен, естественно, он читает задания, сосредотачивается и может, и может соотнести их с уровнем своих знаний. А есть другая категория людей, да, когда испытывает тревогу, мы говорим даже сегодня о детях тревогу, страх, а некоторые даже панику. И, конечно, справиться с экзаменом, даже при том, что с хорошим уровнем знаний, конечно, бывает очень-очень тяжело. Действительно, существует существует Советы, да, но к факторам, которые относятся к экзаменационному стрессу, как раз о них мне бы хотелось больше остановиться, относятся в первую очередь, это ожидания школы родителей. То есть мы понимаем, да, что э, насколько э, родители готовы для ребенка сделать все, да, лучший институт, э, лучший город, куда он поступит учиться, только он должен сдать очень хорошо экзамены. Ожидания школы тоже очень большие, должен быть высокий балл. Да? Вот. Насколько негативно ребенок настроен на саму процедуру экзамена. А с чего складывается негативный настрой? От того, насколько настроены родители, педагоги. Да? Ну, конечно же, также ситуация неопределенности, потому что результат экзамена, результат экзамена придется ждать определенное время. Это тоже определенная такая стрессовая ситуация. Да? Ну и ограниченность во времени, потому что экзамен идет по определенному количеству времени. Да? то есть там 3 часа, да, по-моему, да? 3,55. 3,55, да, в целом. Но кроме того, причинами экзаменационного стресса могут быть индивидуальные особенности детей. И об этом помнит каждый психолог, но, к сожалению, не каждый педагог или родитель. Да? И вот здесь типология, она очень-очень различна. И если вы позволите, я буквально на нескольких. Да, давайте, да? Например, есть дети тревожные. Тревожные дети. И, и кстати, вот такую, таким детям обязательно важно создавать условия эмоционального комфорта в предэкзаменационный период. То есть в данном случае ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку дома нельзя говорить постоянно, что он не сдаст, не получится. То есть о самой процедуре проведения экзамена постоянно проговаривать этому ребенку. И ребенок в этот период должен понимать значимость, значимость себя, должен чувствовать себя успешным. То есть в данном случае фразы, которые должен проговаривать педагог родитель, это конечно ну что у тебя все все получится настраивать, да? только настраивать на конечно положите что в трудную минуту я уверен что у тебя все получится это первая фраза которая должна быть отнесена тревожным детям но у нас есть дети ведь им неуверенные да дети которые не могут проверить ну так будем говорить качество своей работы потому что они просто не умеют этого делать неуверенные дети очень хорошо работают по шаблону по образцу мы все таких знаем, да, и одноклассники у нас были такие, да. То есть, когда мы с ним в классе, мы вроде бы думаем, как правильно написать, но в то же время мы не пишем это в тетради, ждем, пока это будет ответ на доске, да, и тогда мы переносим только результат с доски. Именно работа по образцу. Сама процедура экзамена, она этого не предусматривает. Здесь ребенок точно должен решить сам, да, что он должен написать, как он должен ответить. ответить. И, конечно, в предэкзаменационный период здесь как раз очень важно ребенка научиться, научить принимать самому ответственные выборы и решения. Бесполезно этим детям говорить, сделай сначала легкие задания, а потом перейди к трудным. Бесполезно. Мы должны научить его сделать выбор самому. Какие бы занятия сейчас решил, а какие потом. Я говорю о предэкзаменационном периоде, что на сегодняшний это очень-очень актуально. А Хорошо. на самом экзамене? Можно я еще? Да. 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 Есть дети у нас еще, на которые бы хотелось обратиться внимание. Дети ⁇ это дети, которые испытывают у нас э, недостаток самоорганизации. То есть таких детей мы называем невнимательными, рассеянными. Да? И э, чаще э, эти дети не могут рационально использовать свое время. Что, в какое время я должен решить? Да? А это все-таки ЕГЭ, это все-таки большая такая организационная деятельность, высокая организационная деятельность. И, соответственно, на этапе подготовки с такими детьми надо учить пользоваться материальными, то материальной помощью. Имеется в виду, что приборы, например, те же песочные часы, да, которые можно поставить и четко сказать, за определенное время должен ты сделать такое-то определенное задание. Да? Вот. И дело в том, что, конечно же, и составлять список необходимых дел. Допустим, сегодня я сделаю тот предмет, готовлюсь по такой-то теме, завтра по такой-то теме составляется список, необходимый список, причем вычеркивается по мере его выполнения. Есть дети у нас, которые особое внимание бы хотело, чтобы уделили детям перфекционистам, отличникам, потому что это у нас очень сложная категория детей, очень сложная. У нас сегодня приходят дети на комиссию, мы уже обсуждали этот момент, когда седые девятиклассники, потому что насколько они боятся процедуры экзамена. Боятся а они... Если не получить 100 баллов. Конечно, конечно, потому что именно эти дети привыкли все, все, всех быстрее. Всех лучше, если я сделала, так лучше, быстрее других. И как раз вот этим детям надо четко объяснять на подготовительном этапе разницу между достаточным и разницей между превосходным. И как раз для этих детей очень подходит пословица лучшее враг. Сейчас скажу, враг хороший, всего лучшее. Лучший враг хорошего. Вот такая пословица как раз этим детям. Поэтому это очень тяжело. Для них очень тяжело на процедуре экзамена пропустить то задание, которое они сомневаются, и приступить к другому. Потому что он все равно будет думать о том задании, которое мы не выполнили. Очень тяжело таким детям, отличникам, объяснить, что ты можешь не выполнять все задание, ты можешь какой-то минимальный объем сделать. Для них тоже это неприемлемо. У них начинается паника. Это тоже очень тяжело. Но есть дети еще и астеничные дети, которые быстро утомляются и устают. Мы тоже прекрасно знаем процедуры, ну, работая в школе долгое время, такие дети мы прекрасно их видим и знаем. То есть, простите, 45 минут урока для них очень тяжело, да? и, а тут 3 часа, 4 часа просидеть на уроке, ой, на процедуре экзамена и выполнить задание, да? Эти дети устают, доступ, допускают много ошибок. И это действительно очень большая проблема. Здесь я родителям рекомендую обратиться, конечно, к психоневропатологу вот, за консультацией, помощи, э, чтобы он назначил определенное, возможно, витаминизированное какое-то вот, питание. И, конечно же, сборы, травяные сборы принимать ребенок должен. Потому что все-таки переутомление это, говорим, неврологическая, неврологическая такая реакция. В первую очередь обратиться. Ну и последняя категория детей, к которым тоже бы хотелось обратиться, обратить внимание, это дети, наоборот, гипертимные, да, дети очень-очень активные, да? то есть которые привыкли все всегда делать быстро, четко, с помарками, таких мы тоже знаем детей, не умеющие проверять свою работу, да, и здесь как раз для них, для данной категории детей важно учить то, чтобы он как раз этой категории, надо объяснять процедуру проведения, насколько результаты важны при, при, при сдаче экзамена, потом куда он поступит. Да. И этих детей надо как раз самооргани учить самоорганизации. Вот. Каждому <м Hotel> ребенку <нужен> индивидуальный <м repetitive> подход. А в наших <м express> школах ведется вот, психологическая работа? Ну вы знаете, я уверена, что ведется. Я сама по образованию психолог, и работая с подростками, это моя такая больная очень такая тема. Вот. Но у нас психологи, несмотря на то, что есть не везде, тем не менее, я думаю, каждый подгот... должен быть подготовлен педагог к процедуре, чтобы объяснить ребенку, как будет проводиться экзамен, в какой форме и как он может справиться со стрессом. Потому что, кстати, вот о тех брошюрах, о которых говорила Людмила Владимировна, и в частности рекомендации педагогам, там очень хорошо сказано. Мне вчера буквально я прочитала, очень понравилось, что любой педагог должен владеть знаниями о том, как правильно проводится процедура ну, единого государственного экзамена. Потому что если у любого, любого ребенка в школе есть значимое лицо, это может быть не замдиректора по учебной части, который может все объяснить. да, Это может быть классный руководитель, может быть психолог, может быть социальный педагог, может быть любой-любой предметник, который, возможно, и не участвует в ну, процедуре экзамена у данного ребенка. Поэтому я думаю, что когда ребенок обращается с таким вопросом, любой педагог готов дать полный, должен был, должен быть готов дать правильный и полный ответ, поддержать его. Это только в силах каждого педагога, тогда это будет всесторонняя психологическая поддержка. Но и самое то главное, что педагоги должны помнить, помнить навыки эффективного общения. Мы всегда об этом говорим. Ни в коем случае ребенка не упрекать ни в коем случае не применять угрозы в разговоре. Если ты не сдашь, все, Боже, будущее, что, 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 с тобой будет? Ну, ничего не будет, через год пересдаст, да? Ну, через конце... года, после 1 сентября. И после первого сентября вот уже, да, тоже, видите, новшество, да, это? Да. Вот. Поэтому ни, ни в коем случае не читать морали и норовоучения. Ты должен как все быть. Все сдают, и ты должен сдать, вести. И ни, ни в коем случае не уговаривать ребенка. Ничего страшного. Ну как ничего страшного? Для него это самое страшное время поэтому здесь эти слова нисколько не успокаивают, а только раздражают его. Ну и также педагоги, вторая такая ошибка педагога, это когда мы, наша речь, когда мы высказываем такие фразы на самых консультациях, когда проводим, проводим пусть будем говорить, встречи с ребятами, когда мы провешиваем определенные Задание, да, говорим, Господи, да, мы этого не успели сделать, да, мы это не успели сделать. Ну что же нам быть, да, и так далее, и так далее. Мы, столь, мы вселяем просто панику самого ребенка, да. Представляете многократное повторение одних и этих же фраз, умноженное на, будем говорить, собственное такое волнение ребенка. Все это порождает, конечно, негативную установку по отношению к экзамену. И любой педагог может научить ребенка правильно готовиться к самому экзамену. Это тоже очень важно. Не надо обязательно зазубривать весь текст. Не надо обязательно сидеть над учебниками, как учи наш, таблицу умножения, знать, если я говорю, естественно, научные циклы. Важную логику и мысль, мысль главную. Ну и очень полезно, психологи всегда говорят, выписывать, выписывать таблицы, формулы, опорные какие-то конспекты, ну и развешивать дома на самых видных местах, над кроватью, на столе, на кухне, там, где ребенок чаще проводит свое время психологии доказано, если в естественных условиях один и тот же предмет, я несколько раз вижу, да, то мы очень хорошо ориентируемся, в конце концов его запоминаем. То есть это то, что вот я бы хотела обратиться к педагогам с такими вот рекомендациями. А могут ли в пункт сдачи единого государственного экзамена прийти родители, чтобы поддержать своего ребенка? У нас в пункт сдачи единого государственного экзамена могут прийти только те люди, которые имеют допуск. Это дети, которые заявлены, и которые будут у нас распределяться в региональном центре обработки информации, то есть у нас процедура такая: член ГЭК получает материалы, при этом он получает пакет с протоколами. В этих протоколах прописаны списки детей, и только те дети, которые приписаны к этому ПП, они могут посетить. Никуда наши посторонний? Да. Далее? Не нет, может. там никто посторонний не может быть. Далее члены ГЭК но у них должно быть, в принципе, удостоверение. Да? Далее у нас могут быть общественные наблюдатели, которые распределены на этот пункт проведения экзамена. Представители средств массовой информации, так что мы вас приглашаем при условии, что они аккредитованы. Ну и также медик должен быть обязательно, потому что всякое может быть, да. Ну и представители нашей полиции. Вот, в принципе, это круг людей, которые могут присутствовать у нас непосредственно на пункте проведения экзамена. Также может быть федеральный инспектор которые приезжают. У нас в прошлый год был федеральный инспектор, в этом году тоже ожидается. И затем могут быть у нас, может быть, Рособранадзор или органы, исполняющие на региональном уровне его функции. Все, никаких родителей, никаких посторонних, никаких совет, даже служб, которые дома. вдруг решили, что они могут присутствовать в пункте проведения экзамена, их быть не может. А То там только ограниченные лица могут быть. А сколько ребят в этом году? Ну, у нас получается как, что э, два ведь экзамена. У нас выпускники 11 класса да, и выпускники 9 классов. Вот выпускников 11 классов 276 и из них 51 – это выпускники прошлого года. Да? Получается, у нас, значит, 225 человек – это выпускники этого года. И э, по, будем говорить, ОГЭ, э, основной государственный экзамен, и также включая государственный выпускной экзамен, выпускники девятых классов составляют 536 человек. Но чуть-чуть поменьше по сравнению с прошлым годом. У нас тенденции роста еще пока нет. Вот когда, наверное, начальная школа будет переходить уже на, в 9-11 классе, будут обучаться, угу. там достаточно большое количество будет. Потому что там идет достаточно большой прирост. А сами педагоги, как правило, они проходят какую-то специальную подготовку перед, перед экзаменами. То есть какой-то инструктаж, может быть. Педагоги какие? Которые в предметных комиссиях которые, да. или которые являются организаторами? Которые И, именно в предметных комиссиях. В предметных комиссиях. На да, в предметных комиссиях у нас на сегодняшний день разработана программа. Программа у нас на 72 часа, значит, педагоги обучаются, затем они проходят централизованный итоговый зачет, который э, сдается на, будем говорить, дистанционно федера... на портале Федерального института педагогических измерений, получают баллы, им присваивается статус. Основной ведущий или старший эксперт. И в результате этого они только тогда могут приступить к проверке работ, которые у нас предоставляют им дети. А так, без подготовки, естественно, предметных комиссий нет. Также организаторы, которые у нас в пункте проведения экзамена, руководители пункта проведения экзамена, технические специалисты, все проходят обучение. Даже наши общественные наблюдатели будут это проходить в мае. Обучение проводить будем мы на базе Центра развития образования. Они также могут зарегистрироваться на портале и пройти, будем говорить так, дистанционно. А кто может стать общественным наблюдателем? Любой человек? Вообще? Общественным Допустим, если наблюдателем, я да, вы можете встать. Главное, чтобы ваши родственники не сдавали в этом году единый государственный экзамен. То есть, чтобы вы были не заинтересованы лицо. А так вы можете спокойно зарегистрироваться, прийти и стать общественным наблюдателем. А есть ли какие-то совета, рекомендации родителям? Да, конечно, безусловно, родители это те значимые люди, которые в любой ситуации должны ребенка поддерживать, тем более в предэкзаменационный период. Но существует, я сегодня говорю об ошибках, да, наверное, <laughs> больше-то, да, которых можно избежать. Конечно, бы хотелось бы и тоже отметить те ошибки, которые часто допускают также родители. У меня тоже взрослый сын, мы прошли тоже процедуру сдачи экзамена, да, в свое время и сама проецируя, я понимаю, что это очень-очень важно в сегодняшний момент. Избегать надо таких фраз, как Боже, что я скажу друзьям, да, например, Мне как это стыдно будет, бабушку это добьет, если ты не сдашь экзамен. Да? То есть, конечно же, те, вот эти фразы они просто-напросто вселяют опять же определенную неуверенность, негативную, негативную обстановку и волнение, тревогу и страх, да. Но плохими помощниками в преодолении как раз экзаменационного стресса является также бесконечное запугивание ребенка. Если ты не сдашь, всю жизнь, все, боже, что дворником дальше будет? Быть. Да, дворником будешь. Действительно, как у нас любят, ты пойдешь там в такое училище, которое тебе вот я бы и не желал, да, в этом идти. Ну, конечно же, опять же, это тоже большая большая ошибка по отношению родителей, да, к детям. Нередко мы также вспоминаем бывшие неудачи своего ребенка. Тем более, если это связано, например, предварительное, когда у нас были предварительные сдача экзаменов, тренировочное да, тренировочное, тренировочное тестирование, когда родители и дети получили ниже, не ни, ни те ожидания, то не оправдались их, да, были низкие баллы, баллы выставлялись, да, не безоценочные, да, оценки не было, но баллы стали. Баллы были. Вроде ожидали одни, а получили другие. Родители да. может мама может спокойно сказать я знаю, если ты будешь волноваться, как вот в тот раз, да, там, ты то же самое и провалишь экзамен, или еще таким образом, это тоже очень большая ошибка. А ведь мы понимаем, что тяжелый вздох, тревога в глазах мамы, даже без слов, сделает свое дело, негативное дело, да? неуверенность селит. Ну и психологи из детского сада, конечно же, всегда говорят, ни в коем случае нельзя сравнивать своего ребенка с другими. Мы это очень, родители это почему-то часто забывают, да. Ведь все мы понимаем, что если мы будем говорить о том, что братши, старший, простите, брат или сестра вот так у нас хорошо учился, как он молодец, умница, в таком институте учит, такое образование получает, да, а твои-то друзья-то, посмотри-ка на них, да, то, ну что, вряд ли мы получим о том, что ребенок будет думать, господи, да, я буду лучше, чем они, да, перенять это лидерство. Нет, а вот конфликтная ситуация в доме может быть вполне. Ну и, конечно же, родителю надо избегать тотальной контроль, Тотальный контроль над ребенком в этот период. То есть, почему ты это сегодня это учишь, а не это? Почему ты сегодня это делаешь, а не это? Почему ты отдыхаешь, а не учишь? Конечно, это опять тоже сделать свое не в нужном русле и в конце концов раздражение и протест. И большая ошибка родителей, когда мы заставляем ребенка постоянно учить и днем, и ночью, когда мы когда мы раздражаемся, когда он говорит, что хочет прогуляться, встретиться с друзьями, когда он хочет просто полежать на диване и послушать музыку. Дорогие родители, это ни в коем случае нельзя делать, да? Потому что мы понимаем, что любая работа без отдыха, она неэффективна и бессмысленна, даже если взять нас с вами. Поэтому позанимался 45 минут, 40-45, 10-15 отдохни, 2-3 часа, час-полтора отдохни. Но ну, причем отдых должен быть не на диване, лежа, когда все равно здесь ты не выкрутишь, все равно думаешь о том, о чем ты читал два, буквально минуту назад. Нужно да? Конечно, надо другое. делать более такие посуду помыл, дома убрался, в магазин сходил, с младшим братом, сестрой погулял. То есть именно смена обстановки и деятельности обязательно должна быть. Еще бы мне бы хотелось обратить внимание, это, конечно, питание самого ребенка в этот период. То, о чем говорила Людмила Владимировна, что есть рекомендация, также могут родители ознакомиться. Единственное, здесь хочется сказать, что питание в любой период должно быть, конечно, сбалансированным да, и витаминным. Поэтому такие продукты, как рыба, творог, курага, орехи, конечно, будут полезны ребенку в этот период и благоприятно действовать на головной мозг. Но надо избегать стимуляторов. Это кофе, мы знаем большим количеством кофе дети пьют, и крепкий чай. Ну, тут тоже понятно, что нервная система и так истощена перед экзаменом никаких успокоительных периодов. Это уже доказано всеми, да. Вот, что, конечно же, нервная система, и так, и так она на взводе. Ну, и когда ребенок готовится к экзаменам, конечно, есть такой очень интересный воспитательный момент. Попросить его, расскажи мне то, о чем ты читал. Это, конечно, большая усилие над собой, родителями, когда приходим мы вечером, ужин, посуда, устали. Но тут надо перебороть себя родителей, да. Сделать вид, что я не знаю, я не понял, да, то есть это очень хорошо срабатывает на малышах, тем более сработает в данный период подготовки к экзамену. Ребенок начинает рассказывать своим родителям то, чему он прочитал, то, чему он научился. Мы делаем вид, что не понимаем, переспрашиваем, почему, как он это сделал, заключение. Тогда ребенок, понятно, будет выстраивать логику, доказывая нам чувство превосходства определенное, и у него все будет откладываться четко. Вот это Спасибо за очень интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. Mm -hmm. Я напоминаю: сегодня мы говорили о грядущем едином государственном экзамене. Это было актуальное интервью.